Столичные полицейские пересели на сегвеи, они уже стали неотъемлемым атрибутом охраны правопорядка в Центральном парке столицы. Как отмечают полицейские, нести службу на таких средствах передвижения гораздо легче. Выросла выявляемость фактов незаконной торговли в общественных местах. К слову, это не первая инновация, которую внедряют стражи правопорядка. Город патрулирует и на электромобилях, и скутерах, а в пляжный сезон на катерах по акватории реки Исиль. Пешие наряды мы ранее запускали здесь, пешие наряды были, белые патрули были. Но как бы для более удобного несения службы и чтобы для скоростного, то есть быстрого реагирования, соответственно, электромобили, они как бы скоростные же, как вы сами видите. И для, чисто для удобства и для эффекта. На территории международной выставки Экспо 2017 тоже будет запущены электромобили и скутера.